Они не бабушки, а бабочки, затейницы и мастерицы. По вечерам сидят на лавочках и вяжут что-нибудь на спицах. У них не старый стремлет за спиной, а крылья легкие, как ноты, но не дают подняться над землей ежеминутные заботы. Внучки постирать полотенце, внукам подтереть нос, каждый день на них катится дел паровоз. В это время в небе лунных и расцветают в небесах, долететь до них бы в радостных, радужных снах. Они ни разу не взлетели и сразу опустят улочки, а в небе как на карнавале они резвятся словно бабочки, затем, чтоб крылья не скучали. Над небесной лужайкою их платочки промелькнут, по земле за ними стайкою внуки бегут. У самих пока что крыльев нет, рано им в полет сейчас, и кричат: вернитесь, милые, плохо без вас. А теплый ветер кружит бабушек, ведет небесными садами, и нежно-облачные ландыши их обнимают стебельками. Они уже, наверное, около луны, до них не дотянутся. Внучке постирать полотенце, внуку подтереть нос, и опять на них покатится тел паровоз. Вновь весной отойдут бабочки, яркий наряд, сразу встрепенутся бабушки и полетят. Не работает микрофон.